Привет, я из Китая. Меня зовут Дэн Джаджа. Я, как многие мои земляки, изучаю музыкальные искусства, ритмику и холографию. Мне нравится, что в университете с большим уважением относятся к культуре Китая. И в то же время дают возможность познакомиться и европейской музыкальной культурой. В университете можно не только учиться, но и участвовать в различных творческих конкурсах. Каждый может найти для тебя интересное занятие, чтобы раскрыть свои таланты.